Привет, YouTube, привет. Привет, Алматы, Геша, это на твой вопрос. Ты тут писал по поводу пирометра. Вот. Я тут кое-что снимал. И попросил ответить на вопрос, что к чему. Есть такая приблудочка, называется пирометр. Вот у меня вот такого фасона. Вот, фамилия у него по ВМ-300. Покупал я уже не помню, когда его. Очень давно. Вот. Работает он от батарейки крона. Вот он уже готов. Ага, крона бобик сдох, похоже. Замерзла, надо менять. А нет, показывает. 45 вот тут. Так далее. Печка только разгорается, еще в режим не вошла. Вот. 8 градусов падает, жары 11. Вот. Передняя крышка уже побольше прогрелась. Значит, что хочу сказать. Покупал я его не то, что давно, а очень давно. Вот. Поменял батареек. Да тут все, в принципе, китайское. Что взять он и мыши, что хочешь. Только единственное, вот. Русская у меня приблуда, это у нас толщиномер, вот. А все остальное китайское. Вот такой пирометр, значит, измерение, в принципе, вот тут показано. Это фокус, сейчас вспышку уберу. Вот, убрал вспышечку. В общем, вот такие у него пределы измерения. Вот. Насколько, где он тут ошибается. Ну, в принципе, не надо. Я отмерил им. Все он везде показывает. Вот, на стене у меня 0,9, грубо 1 градус жары. Вот, сейчас покажу. Вот, собственно, и все. Так что, в принципе, особо нечего по нем показывать. Вот он, ВМ-300, инфракрасный термометр. То же самое. Вот, я пользуюсь только вот таким измерением. Там направил на деталь, померил. Вот. Батарейка села, надо, короче, крону менять. Вот, и больше никакими функциями я не пользуюсь, так что вот так. Кому-то, если надо, то можно приобрести, там всякие есть, и десятки тысяч тоже стоят. Но я думаю, для обычного контроля вполне чересчур хватает вот такого обыкновенного пирометра.